Так как мне пришли маски на почту, которые я заказала, после этого я решила пройтись по магазину Пятерочки и показать вам, каковы цены на данный момент в мае примерные по многим, если не большинству категорий, представленные данной торговой точки. Масок, конечно, там не выдают, но требуют, чтобы в масках и перчатках вы были. Есть дезинфицирующие средства в начале магазина, как всегда, тележки, корзинки. Далее смотрите то, что мне удалось запечатлеть. Никто не запрещает фотографировать, снимать видео. Поэтому все отлично. Плату, естественно, производят карточки наличные. А дальше без комментариев и ждите от меня новых отзывов и обзоров. Пока! Да, чуть не забыла, поставьте лайк видео, подпишитесь на мой канал. Далее будет только интересней. Еще раз, пока всем!